президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Мы должны быть готовы, и мы готовы. Нынешняя азербайджанская армия сильнее, чем 2 года назад. В Армении реваншистские силы поднимают голову. Есть силы, круги, не желающие мириться с последствиями войны. Армения не полностью выполняет положение заявления от 10 ноября 2020 года, не полностью вывела свои вооруженные силы из Карабаха, не предоставила нам Зангезурский коридор, также периодически совершает против нас военные провокации. Конечно, мы должны быть готовы, и мы готовы. За последние 2 года наши вооруженные силы стали сильнее. И структурные реформы, и создание новых соединений, и одновременно увеличение количества имеющихся формирований, снабжение боеприпасами, новой техникой. Все эти процессы находятся на самом высоком уровне. Нынешняя азербайджанская армия сильнее, чем 2 года назад. И это должен знать каждый.